утро, Полтава. Мы в офисе 1580. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что произошло за последние сутки у нас в городе? Ну, вчера без чрезвычайных происшествий. Единственное, что сегодня с утра у нас крупное отключение по электроэнергии. Начиная от улицы Пушкаревской до улицы Зиньковской, у нас сейчас нету света. В связи с этим у нас стало 3 котельни, нету отопления также в 3 детских садиках и в 2 школах. А причина отключения света? Ну, сейчас аварийная, Албэнерго уже работает, они уже одну линию запустили. Но я думаю, что в течение 2 часов запустим полностью все. Это сколько? Вы можете посчитать количество домов? Количество домов, сейчас вам скажу. Количество домов... 3 котельни. Значит, котельня по Павленковской 14-9 домов, 9-я школа, детский садик номер 38. Котельная Кондратенко 5-9, 17 домов, детский садик номер 55. И Красноармейская 7, 16 домов, детский садик номер 1. Это сейчас у нас без отопления. Угу. На данный момент. Ну, я думаю, что там на пару часов, ну, еще раз же говорю, опять надо будет развоздушивать систему домов. А? В котором часу где-то? Около 7 утра отключили. Ну, то есть, в принципе, достаточно недавно, и дети не успели поехать. Да, и я думаю, что не придется сливать воздух систему, сливать воду систему, все будет нормально. А вчерашние тоже, которые отключались? Отопительные? Да, все сделали. У нас на сегодня, у нас ожидается средняя температура -3, -5. Поэтому там проблем не должно быть. Потеплеет немножечко. Да. Ну, днем ожидается снег и сильный ветер. Поэтому сейчас уже всем службам передали, готовимся к снегопаду очередному. Также просьба к водителям. Сейчас у нас мы не только не можем чистить снег, но в некоторых случаях мы не можем снимать сосульки с домов. Потому что поставили машины, да, и мы не можем подогнать наши автолыжки, чтобы не парковались на обочинах. Водители, пожалуйста, не паркуйтесь там, где не стоит этого делать. Во-первых, поберегите свои машины от сосулек, от веток, от ветра. И дайте же службам почистить дороги. А вам хорошего дня, прелестного снежного настроения. Спасибо. Спасибо вам. До завтра.